Балтишка. Поехали. Ксель. Да. Это не то перо. Это неправильное перо, к сожалению. Так. 0БР7. ГХВ6. Что там по хп? Красные, синие. Так, что это? Это были баттон, да? Пупок. И Доктор's Remote. Так, скорость 1.03, дамаг 3.77, терза 2.80. Ну, опять же, вроде базировано. Ничего интересного. Чё лучше? Это может дать дэмэдж. А, у меня два тринкета, окей. У меня же были батон. Логично, ладно. Можно даже не думать, что лучше. Можно пока оба забрать. Вообще перо может дать демедшап, если что-то найти. Могу сделать. Блять. Ну-ка. Нормально пауков насовали. Там секретка слева, наверное, надо было проверить сразу. Заряд теряю. А, да. У меня еще деньги перезаряжают же. Логично. Так, пошли тогда и Керсу тоже посмотрим. Дай денег. Спасибо. Блин. Я не знаю, что лучше, блин, то и другое полезно. Это тоже хорошая активка. Еще найду ключ. А мне, кстати, ключ не нужен, подожди. Тут же все открыто. А! Я не фанат, на самом деле, секции стартовой. Потому что она такая хуевая, когда у тебя нет ничего. Но ладно. Не брать все равно ее нет смысла, наверное. Но она бывает вредит, а не помогает на старте. Вот в таких румах особенно. Пизда. Охуительная, блять, комната нахуй. Угу, вот в такой комнате охуеть пользы много, это ебаная секции. Просто пиздец. Мусорный нахуй айтем, блять. Я уже жалею, что хуйню эту взял. Лучше бы не брал. Что на них хуя никого, никого убить не может быстро. На старте. И это очень сильно мешает. Что у тебя отдачи нет? Ты вообще нихуя не контролируешь этой ебаной секции. Что вокруг происходит. Это буквально один из самых хуёвых стартовых айтемов в принципе, по-моему. Без нее, может быть, не получил бы. Я этот урон проходил без урона не один раз. И на более херовых сатах. Так, ну ладно, опсы заберу, наверное. Пизда, он насрал, или эти пауки, блядь, сразу настарлись. Ты заебал срать, урод! Прекрати нахуй этих пауков высирать, ёб твою мать. Просто пизда, он срет.
Охуеть, блядь. 200 нахуй пауков в одной руме. Че, ёбнутый нахуй. Че за пизда с этим забегом происходит? Охуеть, блядь. 500 нахуй пауков, блядь. Элибра не нужна, наверное, все же. Или нужна наоборот. Стоп, где ты три тринкета? Ну эта хуйня точно мне не поможет никак. Да паука ты хуй, блять, убьешь, он этот хуй соспрыгает бесконечно. Даже нет смысла у него фету тратить. Тем более я не могу нихуя делать, пока эта хуета идет. Анимациями пауки бы трахнули. Так что это хуёвая идея на самом деле. А я не мог взять, кстати, то и другое. С хардбрейком все равно это не работает. Брал либо гапи, либо хардбрейк. Хардбрейк явно полезнее. А, заберу голову. Голова нужнее будет. Ну, какое-то смешное пока старт дня. Смешные забеги оба на старте. Ладно. Смерти угрозы больше нет. Пока что. Предоминаешь. Первым был один хп стар просто. Чего особо интересного. В этом тоже получил один хп стар сразу почти. Плюс-минус. Тут я его сам сделал. Для интереса. Ладно, я могу это сделать, наверное, все же. Здесь сразу не ударюсь. Я все же бы не хотел себе минимальное хп, или максимальное хп понижать раньше времени. Ну реально, Сисекс это один из самых хуёвых стартовых айтемов, по-моему. Из-за долбоёбской отдачи. Это дико может мешать. Чё, по-моему, до нёрфа он не был так плох. Что там все равно даже с очень хуёвыми сетами все умирало быстро. А сейчас, когда типа враги умирают по 5 секунд, их при этом еще как колбасят хуйками куда. Это очень стрёмно. Это прям очень стрёмно. Его потом все секса, конечно, да, вот разгоняется, все-таки ёбнули. А, да, я теперь что потерял. Потерял контейнер к стеной. Это зря. Что-то маленько забывший, да, я же его просру. Контейнер там. Это может быть проблемой. Это может стать проблемой. Были меченые. О, зря я так в себя верю слишком. У меня уже сколько хп? 7 максимум. Хотя это full файл, здесь по крайней мере можно их потом починить. Есть шанс, хотя шанс не очень большой все же. Если не идти в альтраут, то надо в мавзолей идти. Там, по-моему, этих автоматов куча обычно. Спавнится. Сисекса не работает на глаза Айзека. Слезы Айзека. Это не масола, может быть, того стоит на самом деле. Да хотя не, все, мне кажется, мухи лучше, мне дымыш хороший.
Ставлю мух. Так, вторая секретка, по идее, снизу. Ну, по-моему, не работает. Может, даже теннисхед не работает на сусекшн. Тут не уверен. Что за айзек вообще мало на что работает? Ну, то они и слезы. Охуительный автомат. Ну, хоть не красный, ладно, на том спасибо. Так, дай хп, я не хочу еще хп понижать. Спасибо. 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 Это было бы гапи, но окей. Так. Ладно. Не гапи, но по крайней мере мы живем. Теперь уже в любом случае живем. Хотя на самом деле мало чего меняется. Ладно, меняется то, что если я умру, то у меня будет одно хп всегда. У меня будет 9 жизней на одно хп. Потому что из-за горя того самого, я теперь все равно кошку буду прокать только на одном хп. Это будет, да, Талос без мантии будет 9 раз подряд. Что, конечно, не прям классно, но... тем не менее, тоже вариант. Все еще лучше, чем просто умирать. Все еще чуть более выгодно, чем просто умирать. Но, конечно, для Dark Room это так себе. Чудо, что мы идем в Dark Room. Ну, посмотрим. Надеюсь, просто не буду больше хп понижать. Так, это вот дальность, это очень хорошо. Дальность на секса. О, яйца. Все отлично. Так, а сейчас уже я проверю Кёрсу. Гапи-части, они как бы, возможно, еще существуют. Где-нибудь. Офигеть. Хорошая Кёрс-рума. Ну, тут уже довольно живой вроде C-секшн. Я говорю, вот если его раскачать, то уже похуй. Но когда у тебя вообще ничего нет, это прям тотальный мусор, а не айтем. Ну, ему буквально пару-тройку даешь статапов и все. И уже проблем ноль с ним испытываешь. Айтем, который просто надо разгонять. Но на старте он прям мерзотнейший. Он бывает первые 2-3 этажа. Но потом, да. Раскачивается он очень быстро. Как любой айтем. Но, опять же, нет. Потому что я говорю, что обычный тирет тебе как бы не мешает жить. Обычный тирсбилд. Все, что дает кривую отдачу, это прям страшно, когда у тебя мало хп. Типа, что еще есть такое? Это как планета, только не планета. Даже планета эту проще управлять. Ты ее сам как бы контролируешь, что она делает. Ну, правда, тоже так-сяк контролируешь. Людовик, ты тоже сам его контролируешь. Там тоже нет проблем на самом деле. Ты же сам им типа управляешь. То есть сам можешь куда хочешь его уводить. А тут ты как бы стреляешь, оно за врагом летит, но ты не понимаешь, куда его толкнет. Иной раз. Особенно, когда он типа на тебя бежит враг. Тут в этом больше проблема. А, ну кулаки, да. Кулаки та же история бывает. Не, рифт. Ну, рифт, да. Ну, тоже. Все же, мне кажется, он не так сильно влияет. Все-таки рифт делает дырки там, где ты слезы разбиваешь. То есть тоже примерно можно понять, что будет происходить в комнате. Ну и плюс, когда у тебя нет много терзы, они не так часто прокают. Поэтому там прям такого хаоса обычно нет все же, даже с рифтом. Чтоб прям было совсем... Сука, опять забыл, что нельзя так делать порталы. Ладно. Еще перезаряжу. Но в целом, да, много айтемов могут в теории поднасрать. Просто на Эдеме это не так страшно обычно. Это буквально только первые 2 этажа страшно в основном. Когда у тебя или нет стат, или нет хп. Потом ты уже не так сильно паришься. Вот на Телосте там вот, да. Там, считай, надо вечно думать, типа, что брать, что не брать. Потому что там любая хрень тебя может просто убить.
За одну комнату. ЗП лишний, у кого ЗП лишний у тебя? Ну, сейчас можно проверить, ладно. Типа, давай, наверное, пофиг. Полет штука нужная. Ну, опять яйца. Бля. Это было уже не так хорошо. Давай, теперь и тебя еще можно зафармить. Заодно уже. Мстится. Еще юстиция, окей. А, это не надо, наверное. Это буквально только на Телоста в основном штука полезная. Ну, ванап есть. Ну, хотя на Эдена тоже может быть полезности. Мало хп. Уже для подстраховки. Герыт погрызло. Так, я сдоку-то уже видел. О, она не прокнула. Она реально не прокнула. Так, я, кстати, так и не сделал, да, портал-то? Подвал. Да. Ясно, понятно. Успели. Вы не было на этаже? Не знаю, может и было. Не, ну может не особо просто нужно уже. Чем мне хп? Все равно бессмертны. А, вот это звучит смешно. Получилось? Давай еще одну. Может, оно как-то работает, но не факт. Не, не факт, что две технологии будут работать на Систекса. Типа они отдельно стакаются. Систекса может никак. Хотя, может, будет две Систекса. Было бы смешно, если так реально получится. Да сложно, на самом деле, будет без паузы. Тут пиздец, прям надо выйти вовремя. Это редко получается нормально сделать. Там окно довольно узкое, по-моему. Для этого маневра. Вперед, хипера. Так, пока не надо только уходить отсюда. Собака. Это просто минус жизни, да, ведь будут? Как обычно. Ничего страшного, окей. Это минус тир, это классно. О, это деньги. Это деньги. Деньги я, видимо, найду. Так, это все неинтересно. А, так, вору просто лень долго рулить. Возьму. Что там? Тыкалка. Давай тыкалку. Да, Мейс в теории может заруинить походу к зверю. У лисенка такое было давненько. Тому очень выгодно иметь тирейд. Ой, тирейд, господи. Все мысли тирейд. Очень выгодно иметь заранее телепорт. Фунт. Да плевать на это. О! Реально получилось. О, их реально два. У, имба. Имба. Не получилось.
Сейчас как бы план не получил. А сейчас фунт, да, можно бы взять, наверное. Живем. Сначала пошли сюда, наверное. Таблетки фу. Ладно. Их теперь 5, да? Ладно. Я думал, что будут тереть нормально, потому что я думал, что 2020, но это ж не 2020. Это две технологии. Маленько другое. Глаза на затылке появились. Так, хорошо. Ну, скипнем вомп. Даже могу оба скипнуть, хотя смысла нет, наверное. Один скипном. Зачем мне Вирга брать? Что он мне даст? Токены скипать? Ну, я пока их много. Я жалею, у меня цель сделать снова один токен под конец стрик. Но это маловероятно. Слишком большой нужен стрик для этого. Вряд ли все же удастся. Планомерно идти к одному токену. А, смешные румы. Я так ничего не нашел на зло. Не нашел злых айтемов. Подожди, а разве интограмма это не evil item? What? What? Чё, блять? Пентаграмма это не злой айтем, серьезно? Что может быть, блять, злее, чем пентаграмма? Че, ёбнутые? Еще добрая, что ли, пентаграмма? С каких пор? Не знаю. Я никогда даже список, по-моему, не смотрел злых айтемов. Но от пентаграммы вроде злом так-то веет. Разве нет? Там вроде этот. Мэтчбук, по-моему, да, злой айтем. Причем даже, по-моему, сейфити пин какого-то хуя, по-моему, зло этому вообще. Что злого в сейфити пине? Логика какая-то гениальная. Ой, зло. Допи не пришла. Ну ладно. Ип. А, да чтобы Black Heart. А, ну, кстати, ладно. Резонно. То есть там все айтемы, которые дают черное хп? Ты про это хочешь сказать? Они все дают черное хп в списке. Потому что там и свечка вроде есть, она тоже дает черное хп. Тогда, возможно, еще логично. Раньше было так. Но оно, скорее всего, не менялось, наверное. Evil Up. Ты, да, тоже, возможно, везде Evil Up написано. Это уже правда. Тогда, ладно, тогда есть логика. Какая-то есть логика. Потери не красные. Дети томатные. Нормальный DPS. А, ну Godhead только выбивается, короче, списком.
понял. Все-таки God Hand он не дает черных хп, а все остальные дают черных хп. Ну ладно, тогда еще как-то можно чем-то объяснить. Уй, я себя терзал. Глухо. Окей. А вот, кстати, Evil Up. Сука, я только тринкет выкинул. Иронично. Жестко. Опять жесткая дракона получается. Уф, пролез. А, да, у меня же удача до хера, думаю, что так много этому падает. Я же только что получил удачу. Алтишка. Все же 50 есть.